Я уже участвовала один раз в работе с текстом Сорокина. Это была картина Александра Зельдовича «Мишень». И должна признаться, что это было весьма необычным опытом для меня. Это была очень интересная работа с текстом, который исследовал нашу современную российскую реальность через выдуманное будущее, через 2020 год, какими мы будем, с нашими современными корнями, как мы перерождаемся, куда мы идем и как мы воспринимаем свою действительность. В сценарии «Матрешки» Владимира Сорокина есть кульминационная сцена пожара, очищающего пожара, который для того, чтобы выстроить что-то новое, для начала отметает, сжигает, ломает все старое. И, на мой взгляд, это необычайно характерно для нашего менталитета, который привык, прежде чем создавать какую-то новую действительность, иллюзорную или настоящую, для начала отнести все старое. Так было и в революции, когда мы разрушили все наше монархическое прошлое, потом в перестройку, когда мы полностью отмели все, что было создано поколениями в советское время. И когда мы все время, каждый раз пытаемся не переработать, не осознать, не признать какие-то ошибки, которые были сделаны прошлыми поколениями, и взять лучшее и пойти дальше, для нас скорее характерно все сломать и начать строить что-то новое. Вот для меня самое интересное в данном сценарии это. Для данного проекта необычайно важна ваша материальная поддержка, ваше участие, и мы очень благодарны планете, что она предоставляет такую возможность, такую платформу. И я хочу сказать, что любой, даже самый маленький вклад будет необычайно важен для нас.